walls crowded with pictures for hours of you and what we used to be. All those places and secrets were ours. They still find their way in my dreams. Sometimes I stop at that coffee shop and pretend that you're waiting for me. I see your face in every face, every step, every block, every street. It's a lonely city in the neon sky. You're now with me to shine your light. The skyline's empty, nowhere to hide. It's a lonely city, it's a lonely night. И я купила домик в деревне. Сейчас буду показывать его, все рассказывать. Я вот только-только приехала. Дом я видела всего лишь два раза до покупки. И после покупки, когда мне бывшая хозяйка отдавала ключи. Вот такой он большой. Здесь кухня, вот здесь окно. Сейчас я покажу, что там внутри. Хочу заснять тот момент, когда... Я только-только приехала вот в это место, и здесь еще ничего не благоустроено, так заброшено. И мне хочется показать, как тут все было, да, чтобы потом снять до и после. Вот смотрите, здесь голубка сидит на крыше. Сидит такая интересная, наблюдает, головой крутит. Вот. И сейчас мы с вами зайдем в дом, и я все покажу, расскажу, что внутри. Что нужно ремонтировать. Вот здесь сразу вход в веранду такой. Конечно же, все нужно благоустраивать. Вот это вот сарайка. Вот это входная дверь. Вот она такая металлическая. Здесь нужно будет ручку приварить. Здесь замок такой хороший. И дальше деревянная дверь. Мы заходим сразу в кухню. Здесь очень прохладно. Вот такой подтопок здесь. Небольшая маленькая печка, внутри нее находится котел, и этот котел нагревает воду, которая идет по трубам по всему дому. То есть вот видите, здесь вот трубы, вот по всему дому они идут, вода течет, и вот в котле нагревается в печке вода, и она обогревает дом, получается. Но скоро нам уже ведут газ, а уже рабочие подкопали, скажем так, трубу газовую. И скоро будет у нас газифицирован дом. Здесь большой зал основной. А, здесь русская печь стоит, конечно же. Я так давно о ней мечтала. Я специально искала дома вот с такой лежанкой, чтобы была печь, чтобы можно было зимой греться. Вот здесь она топится. Вот туда труба идет. Здесь окно в сад. Сад огромный просто. 38 соток, чего только там нет. Сейчас я выйду, покажу. Окно я буду, скорее всего, менять. Сделаю здесь побольше, пластиковое. Вот, здесь будет спальня, наверное, скорее всего. Окна тоже надо менять, но чуть попозже. Вот, а здесь маленькая комнатка. Такая небольшая. Вот здесь даже полочки висят. Вот. И вот здесь уже пластиковое окно стоит. Там сад, огород, мои владения. Вот. Вот. Такой огромный домик. 110 квадратных метров. Огромная кухня. Огромное помещение. Огромные комнаты. Дом не просто деревенский. Он сделан как городской. Здесь туалет у нас. С ванной, со смесителем, с бойлером. Цветы еще не включила, сори. Только вот зашла, приехала. Хочу все снять, показать.
Вот. Вот здесь небольшая кладовка. Здесь я поставлю шкаф для одежды. И вот там лестница. Здесь находится лестница, которая ведет на чердак. Очень хорошая, кстати, лестница. По ней не страшно подниматься. Сколько я домов пересмотрела, вот мне как-то было неуютно, некомфортно. Вот. А сюда, как я только зашла, смотрите, какой свет, какие огромные окна, какая огромная кухня. У меня в жизни такой никогда не было. Вот, я просто счастлива и довольна. Вот, сейчас буду обустраиваться потихоньку. Привезла с собой огромный тюк вещей всяких разных. Ну, я здесь на первое время пока буду по выходным ездить. И тут все обустраивать потихоньку. Завтра ко мне должны приехать устанавливать интернет. Дело в том, что я работаю удаленно. И из-за того, что я удаленно работаю, я пока могу находиться только в городе. Вот, а когда здесь поставят интернет, я могу здесь находиться, потихоньку обустраиваться. Вот. Сейчас пойду вам сад покажу. Так, выходим. В доме, кстати, очень прохладно. А вот на веранде такая жаришечка. Жаришечка такая. Сейчас. Ну, первым делом я, конечно же, покажу свои любимые ягоды. Так, вот сейчас поближе сделаю. Вот это вот облепиха здесь растет. Здесь то ли слива, то ли ирга, я не знаю. Вот это яблонька. Зимой их немножко подморозило, деревья. Поэтому нужно дождаться следующей весны, чтобы они ожили. Ну и, конечно же, здесь моя любимая малина. Вот висит. Висит, ждет меня. Когда же я ее съем? Как же я мечтала иметь свой сад, огород с ягодами. И теперь я богатая на это дело. У меня теперь есть плантации просто малины, яблонь всяких разных. Вот так выглядит мой домик. Так, пойду дальше снимать, что здесь. Что здесь? Здесь вот, кстати, слив. Там подключить можно стиральную машинку, там раковина на кухне. И слив выходит прямо вот сюда, в сад. Но у меня в планах вот эту трубу провести к нам в... Господи, как это называется? Колодец, куда сливается канализация, да, вот. Сюда. Здесь водоснабжение сельское, то есть водокачка в селе стоит. И она разносит... по трубам по всему селу воду. В общем, у меня здесь не скважина, а водопровод полноценный, как в городе. Вот. Здесь вот тоже, по-моему, яблонька. Надо, конечно, сюда маки. Посмотрите, сколько здесь маков. Какая красота. Вот там есть... Там соседи. Вот в той стороне. А с другой стороны соседей у меня нету. Там уже начинается поле, лес. Вот, сейчас я хочу добраться до клубники. Здесь где-то должна быть клубничка. Посмотрите, какой забор. Плющим увид. Такой интересный. Вот. Я не знаю, осталось ли тут что-то от клубники. По крайней мере, когда я приезжала сюда... Вот маленькая, небольшая какая-то. Когда я приезжала сюда забирать ключи, здесь было очень много клубники. Да, я ее похрумкала тут. Когда я взяла ключи, скажем так, здесь. И в это время шли дожди. 3 или 4 дня, не переставая, ливни прям огромные. И, конечно же, тут все залило. Вот, здесь тоже вот яблони. Как рассказала мне хозяйка, бывшая владелица этого дома, ее мама, точнее, этот сад посадил бывший учитель биологии. И он занимался тем, что прививал деревья. Вот, смотрите, яблочки уже немножко поспели. Вот они, вот они. Уже созревать начали.
В общем, он прибивал деревья. И тут на одной яблоне может быть по 3-4 разных вкуса. То есть, понимаете, да? Видите, какие? Вот это вот тоже яблоня, она очень старая. Вот, это тоже яблоня старая. Здесь, видимо, когда-то бывшие хозяева занимались пчелами. Здесь ульи остались. Сейчас их нет уже. Вот здесь опять малинка. Слушайте, люди. Сейчас в городе стакан малины стоит 150 рублей. Я просто счастлива от того, что у меня ее целая плантация. Просто. Какая вкуснота, вы посмотрите. Оргазм. Гастрономический оргазм. Как ее много. Сейчас наемся малины, и ничего мне не надо будет. Никакой еды. Нужно покупать триммер, все косить. Вот это вот баня. Баня по-белому. Там в конце участка есть тоже банька, но она по-черному. И она уже такая ветхая. Вот это действующая сюда. Проведен свет. И здесь можно топить баньку. Вот, смотрите. Здесь вот еще, кажется, улья какие-то. Вот не удалось мне весь участок посмотреть полностью. Я здесь была первый раз в конце апреля. Здесь деревьев еще не было вообще. Ни травы. Точнее, травы не было. Деревья-то были. Но не было таким все заросшим. Вот. И, скорее всего, я куплю триммер. Триммер буду участок косить. Точнее, я самые такие уголки еще не исследовала. Смотрю, сосед там слева. Я еще стесняюсь снимать при людях. А вот это, я не знаю, вот что это такое, что это за растение. Непонятно. Вот это баня. Я что хочу сказать. Здесь целый ботанический сад. Вот реально, здесь есть все, что душа пожелает. Сразу понятно, что вот этот сад сажал не просто какой-то обыватель, да, а профессионал когда-то, да, когда-то давно. А биолог, человек науки, скажем так, да. Видите, сколько крапивы можно рвать, волосы полоскать, репейник накопать, волосы свои восстанавливать. Я буду... Ой, блин, какая здесь трава высокая. А вот это бывшие хозяева посадили картошку здесь. Вот она растет, еще молоденькая. Вот. По границе участка растут, мне очень нравится, растут огромные деревья. Вот там елки настоящие. Вот там слива. По-моему, вишни здесь, кустарники. И здесь, то есть, вроде огорожен участок там сеткой, забором частично. Но и самый такой забор, скажем так, здесь, это вековые деревья. Потом пройдет лет 5, ну, минимум, наверное, я не знаю. И я буду уже снимать, как я здесь все благоустроила, как облагородила участок. Ой, вы посмотрите, какая огромная слива. Просто это, по-моему, это слива. Не знаю, прям просто огромная. Просто огромная. Что мне нравится и почему я захотела дом в деревне, я вот расскажу, наверное, в каком-то одном из видео своих, почему мне захотелось дом, почему я купила дом. Кстати, вот здесь крыжовник, смотрите, созрел, уже можно кушать тоже. Почему я захотела дом в деревне с таким большим участком? Пока рассказывать не буду, это интрига. Вот, расскажу как-нибудь в следующем видео, а сейчас я просто поснимаю здесь, похожу по участку. Слушайте, я как в этом, Алиса в Зазеркалье. Тут столько разных деревьев. Конечно, некоторые подморозило, и, наверное, нужно будет подпиливать их. Мне кажется, на участке можно будет скоро грибы искать. Обалдеть, как много тут всего. Вот.
теперь мне будет весело, мне будет не скучно. То есть вот я поработала на ноутбуке такая, вышла в огород, что-нибудь, травку какую-нибудь подрала, руками поработала, ногами поработала, подвигалась. А то я сижу в квартире в городе, я работаю удаленно, и у меня в квартире в городе, ну что ты там, вот выйдешь до соседнего магазина, дойдешь и все. И сидишь в этой квартире, толстеешь, работы никакой. Ну, там по выходным куда-то на велосипеде я выезжала, гуляла. О, смотрите, здесь такой крыжовник. Уже красный, уже можно кушать. Такой вот крыжовничек. Сладкий. Ой, как его много. Буду исследовать, изучать, снимать все это. Самое главное, да. Уже хочется траву скосить, чтобы просто погулять. А трава мне уже по пояс. Да. Здесь нужен какой-нибудь косой. Я бы с удовольствием сейчас косу взяла в руки. Здесь все покосило. Я слышу, там по улице мотоцикл ездит. Мне пока непривычно все эти звуки. Я настораживаюсь, конечно же. Туда не буду ходить, в тот участок. Вот здесь, по-моему, груша. Одно из деревьев груша. Ну, а здесь, конечно же, крыжовничек красненький. Вот он. В общем, я теперь счастлива. Я владею огромным садом. К дому, кстати, пристроен двор. А там все так заброшено. Раньше там держали свинюшек, хрюшек, курочек, наверное, не знаю. Я его, скорее всего, со временем демонтирую и здесь построю веранду. В планах у меня. Но это, конечно, не все сразу. Постепенно, со временем. Вот. Ой, вы посмотрите, а. Вы только посмотрите. Здесь все в ягодах просто. Надо зайти в ближайший магазин завтра. Купить банок каких-нибудь, коробочек пластиковых и пособирать ягоды, а то они здесь без дела. А вон там, кстати, виноград растет. Да, вон там черные смородины куча, я вижу отсюда. Вот. Ну, так, немножко я показала сад. Конечно, с деревьями надо работать прям. Буду изучать, как, что, куда. И буду потихоньку осваивать плантацию, скажем так. Буду все снимать. Я буду снимать видео. Буду вести блог, как я обустраиваю этот дом, этот сад. Ой, посмотрите, смородинка. Она прям зрелая уже, прям вообще. Какая вкуснота. Представляете, сколько здесь витаминов. Просто море морское. Ну вот, я немножко прошлась по саду. Здесь, конечно, все заросло. Нужно облагораживать, обустраивать, смотреть, изучать, что, куда и как. Вот, поэтому подписывайтесь на мой видеоканал и наблюдайте, как я вот из этого заросшего сада и заброшенного дома буду делать конфетку постепенно. И буду, конечно же, рассказывать все подробно, почему, как, зачем, куда. Вот. Сегодня я буду первую ночь ночевать здесь. И здесь вот, смотрите, по углам стоят старый диван, старая кровать. Там тоже в комнате старая кровать. Но я не хочу на них спать, поэтому я купила себе надувной матрас. Сейчас буду его разбирать, надувать. И буду спать сегодня на нем. Мне хотелось бы на новом переночевать первую ночь. Вот. Поэтому так. Короче, достал я матрас. Он с таким вот автоматическим насосом. В общем, его нужно надувать вот следующим образом. Наступаешь на насос, который встроен в сам матрас. И вот таким способом надуваешь. Я, конечно, мало уверена, что из этого что-то получится. Потому что обычно я внешним насосом всегда надувала такие вещи. Но поскольку внешнего нет, я купила с автоматическим,
Что из этого получится, смотрите дальше. Ну вот, получилось у меня накачать все-таки. Не так сильно, как хотелось бы, но получилось. Вот здесь вот этот насос, его нажимаешь, и он снизу, вот здесь вот, такой вот клапан у него, сейчас я его закрыла, он себя в воздух стягивает. А вот здесь клапан, я так поняла, для насоса внешнего. Вот, но он какой-то хлипкий, и он вылетает периодически. Надеюсь, что подо мной он нет. Когда я на него лягу, не будет настолько хлипким. Вот, сегодня мое спальное место будет здесь, возле печки. Сейчас попробую на него лечь. Испытаю, так сказать. Немножко страшноватенько, конечно. Но... О, слушайте. Ну, прикольно, прикольно так. О. Рядом с печкой. Знаете, как будто качаешься, как на волнах. Ну, приятно достаточно так. Этот матрас я покупала, сейчас скажу, в Кастораме. Стоит он всего 2000 рублей. Вот. Буду сегодня спать здесь. Я еще, кстати, купила подушку. Подушечка. Вот такая вот у меня. Вот. И приволокла я свой плед еще, чтобы было чем укрываться. Я взяла теплые вещи, поскольку ночью может быть холодно. Вот. Я приволокла свой плед, подушку. Ну вот такое мое спальное место на первое время, пока я здесь обустраиваюсь. Завтра должны приехать рабочие, установить мне интернет. Я, кстати, сегодня привезла сюда и Алису, и два своих ноутбука, и два телефона, чтобы мне рабочие завтра настроили всю технику. В общем, вот так я буду сегодня ночевать и ждать завтра рабочих. Ковыряться в ноутбуке. Вот здесь слева у меня печка. Тут окошко. Тут потолок. Здесь очень много старой мебели. Нужно будет заказывать вывоз крупногабаритного мусора. Я практически всю мебель выкину. Ну, кое-что оставлю, отреставрирую. Остальное буду выкидывать. А вот про печку я не рассказала. У печи, печь я пока не могу утопить. Почему? Потому что, как сказал хозяин предыдущий, папа, женщина, которая продавала мне дом, что трубу у печи нужно почистить, прежде чем ее топить, ее нужно почистить. Так что вот я буду еще вызывать трубочиста, и он мне будет чистить печь. Прилегла сейчас на свою надувную кровать, и так непривычно, здесь такая тишина, просто тишина, настолько тихо, что в ушах звенит, представляете? И это настолько мне непривычно. Вот, музыку какую-то я даже включать не хочу. Я просто вот наслаждаюсь вот этой тишиной. И сейчас я переоденусь в теплый костюм, потому что уже прохладно становится. А дом пока еще не отапливаемый. Печь я пока не буду отапливать, потому что нужно будет чистить трубы. Дождаться трубочистов. А это будет, скорее всего, в конце этой недели. Вот. Поэтому придется ночевать пока в холодном доме. Вот. И сегодня я привезла свои иконки. Как мне объяснили. Здесь вот, кстати, по всему дому висят иконы бывших предыдущих хозяев. Вот икона. Вот иконы. Как мне объяснили, что нужно убрать все старые иконы и поставить свои. И еще я привезла сегодня церковные свечи. И буду этими свечками освещать дом. Очищать. Очищать буду дом. Церковными свечами буду очищать дом еще.
Вот, купила их в церкви своей, которая возле дома у меня стоит там в городе. Вот, сейчас буду этим заниматься. Солнце уже практически село. Время уже 7:30 вечера. Вот там закат с той стороны. Я уже начинаю потихонечку замерзать. Потому что, когда я сюда только пришла, было достаточно так душно на улице. А в доме, кстати, было очень прохладно. Вот, здесь у меня есть чайник. Я его буду еще очищать лимонной кислотой. Я взяла с собой лимонную кислоту. Вы видите, весь известью покрылся. Нужно будет его почистить и попробовать согреть себе чая. Вот это первое, чем я займусь сейчас. Уберу все старые иконы и поставлю свои. В общем, буду сейчас переодеваться в теплое. Еще купила вот такие вот крючочки, чтобы была возможность повесить полотенце. Вот полотенце купил, вафельное, вот такое вот в ванную. Вот здесь на кухне сейчас повешу, чтобы можно было руки вытирать. Вот. И еще я привезла сюда та-да-та-там тибетские благовония. Сейчас к свету подойду, покажу. Настоящие. Из самого Тибета. Серия специальных тибетских благовоний. Вот, видите, состоит из 20 травяных ароматов. Натуральные. То есть это натуральные спрессованные травы. Я покупала его в нашем магазине, который возит из Тибета, из Непала, из Индии оригинальные вот товары. То есть это не химия какая-то, а натуральная. Когда вот ты подпалишь эту палочку, пахнет прям костром. Очень вкусно. Вот сейчас ими тоже буду очищать, освещать помещение, скажем так. По поводу икон еще вот хочу рассказать, которые я привезла. Я такой человек, но, скажем так, не то чтобы очень пристрастный к какой-либо религии, там, православию или еще чему-то там, но я знаю, кто такие святые, иерархию святых, да, которые у нас в тонком мире, скажем так, управляют. Зашла в городскую церковь и увидела там маленькую иконку Архангела Михаила. И мне почему-то захотелось именно ее взять, чтобы он оберегал этот дом. И также вот со мной всегда два святых. Вот это Матрона Московская и святой Николай Чудотворец. Вот я взяла три этих иконки. Сейчас я их по дому развешу после того, как уберу старые иконы из дома. И вот тремя свечками пройдусь по всему дому, по периметру. Поосвещаю дом. В общем, вот я собрала все иконы. Надеюсь, все, которые нашла в этом доме. И, как мне сказали, их нужно отнести в ближайшую церковь. Просто отдать туда. У нас здесь в селе есть старая церковь. Я, наверное, завтра туда пойду и занесу. А может быть, отвезу. Вот, пока они пускай здесь полежат. Вот. И сейчас буду жечь свечки церковные. В общем, вот, зажгла я три свечки. И прошлась по дому, прочитала молитву. Я, конечно, человек не особо религиозный, но поскольку дом новый, ну, как сказать, мне бы хотелось его почистить энергетически, да, я прекрасно понимаю, что какая бы ни была религия, но нужно освещать, очищать энергию дома. И вот я с помощью церковных свечей это сделала. Прошлась по всем углам, почитала молитву. Смотрите, как красиво солнце отражается на печке. Закат красивый там. О, прям солнце туда, в окно. Богу я, конечно, верю. Я не то чтобы в него верю, я знаю, что он есть. Мне не нужно для этого верить или не верить. Вот. Но понимаю я его немножко по-другому. Я знаю, что он вне всяких религий, Бог. Смотрите, как красиво свечи горят. Три. Сейчас надо будет их поставить в какую-нибудь бутылочку, чтобы они догорели. Слушайте, поставила сейчас свечи в кастрюлю в такой, чтобы они догорели. И смотрите, я увидела кота.
какого-то деревенского кота, который забрел ко мне на участок, и он здесь ходит. Вот у меня две кошки, я их сюда привезу. Будут они знакомиться друг с другом. Слушайте, так здорово, когда окна такие большие. Я вот обязательно хочу сделать окно в зале в основном. Вот хочу, чтобы вот эти свечки догорели. Только не знаю, как их поставить, чтобы они прямо стояли и не падали. Вот как-нибудь вот так горели, чтобы нормально. Эти иконки сейчас буду приклеивать двусторонним скотчем. Или, может быть, ставить куда-то здесь в доме. А кот так и продолжает там гулять. Сидит. Наверное, хочет выйти, а не знает как. Вот Буське-то будет развлечение. Она будет с местными тут знакомиться. Слушайте, вот здесь такая тишина. Я просто... Очень сложно к ней привыкнуть. К этой тишине. Обалдеть просто. Тихо-тихо так все. В городе, конечно, не так. В городе слышно соседей в квартире, как они орут или что-то ремонтируют. А здесь просто вот ты останавливаешься, перестаешь что-то делать. Ну, там, суетиться, что-то вот просто замираешь и слышишь тишину. Вот сейчас я наступила на половицу, она проскрипела. Кот так и продолжает там сидеть. Он не уходит. Я бы с ним познакомилась, но я хочу дождаться, пока догорят свечи. Не хочу их оставлять самих по себе. У меня нет подсвечников или церковных свечей. Они так вкусно пахнут воском, кстати. Вот это, кстати, клеенка на столе. Мне не нравится. Ее нужно убрать, потому что она очень грязная. А смотрите, какое красивое дерево. Стол из какого красивого. Мореное дерево, по-моему, это. Но сейчас темно, я пока снимать не буду. Завтра днем сниму эту клеенку и покажу, какое красивое дерево, из какого красивого дерева стол. В общем, пока догорают свечки, я решила зажечь еще тибетские благовония. Они так вкусно пахнут травой, костром. Вот сейчас дымок пойдет, положу на тарелку. Пускай как-нибудь надо их положить. Не взяла ничего для благовоний. Ну ладно, вот так пускай. Сюда пепел падает и в кружке стоит. Так. Сейчас попробую почистить чайник. Вот. Такой грязнючий. Там просто известь, смотрите, слоем толстым. Вот так вот. Сейчас включу воду. Водички. Где у меня тут лимонная кислота? Вот она. Взяла два пакетика. Сейчас буду кипятить. Залила водой чайник. И туда этой лимонной кислоты кинула. Сейчас посмотрим, что будет. Вот он начинает уже шуметь. Он, кстати, с подсветочкой такой. Его надо отмыть хорошенько снаружи и изнутри. И нормально, можно чаёк пить. В общем, свечи горят, горят. Никак не догорят. Но они уже вон маленькие стали. Сейчас включу свет. Правда, я не знаю, где здесь свет включается. А вот, нашла где. Так. Я же еще не показала ванную комнату полностью. Здесь тоже нужно все чистить. Привезла с собой кошечку. Мыло. Это мыло. Где-то в магазине увидела. Чисто символически кошку
в дом. Здесь, конечно, нужно все чистить, отмывать. Вот здесь такое вот зеркало. Но это то ли сайдинг, то ли что. Ну, в общем, хорошо так это. Нужно отмывать все, чтобы приятно было. И благовоние сейчас сюда принесу, чтобы запаха особого и нет резкого такого в доме. О, затхло. Знаете, как бывает в домах, в деревенских, затхлых такой запах. А здесь нет. Здесь так вот слегка сыростью пахнет. Ну так, слегонца, скажем так. Вот. И нету такой затхлости. Но все равно я поставлю благовоние пока сюда. Ой. Надо купить специальную. У меня дома есть для благовоний штука такая. Специальная. Вот, завтра мне работы тут, не почты край. Вот, надо хотя бы унитаз отмыть, чтобы с раковиной, чтобы утром было приятно мываться. Наверное, да, сейчас я этим и займусь. Только иконы повешу. Вот, свечки пока горят. Слушайте, сейчас, пока ходила по дому, вспомнила, что я очень уже много-много лет играю вот в эту игрушку. Кто ее знает, напишите мне в комментариях. Называется она Gardenscapes. В общем, здесь нужно благоустраивать сад, ухаживать за домом. И сейчас вот я хожу по дому и понимаю, что вот эта игра стала для меня реальностью. То есть раньше я виртуально ухаживала за садом, благоустраивала дом. Причем там тоже вот все с нуля прям. То есть там нужно разгребать какие-то завалы, очищать дом от паутины, там, короче, ремонтировать его, ухаживать за садом. Вот сейчас загружается игра, сейчас я покажу ее. Чем-то похоже на Симсов игра, только здесь собираешь 3 в ряд и потом вот облагоустраиваешь сад. Видите, какой я фонтан уже здесь себе сделала. Какие-то участки я уже... Видите, домик на дереве. Какие-то участки я уже облагородила, а какие-то вон еще завалены грязью, какими-то камнями. Их нужно разгребать, там все чистить. Короче, ну вот такая игрушка. Эта игрушка для меня стала реальностью. Доигралась, называется. Вот. И теперь у меня все это в реальной жизни. Слушайте, свечи. Свечи продолжают гореть. И смотрите, как пламя сильно это маячит. Это значит, что энергетика дома очищается с помощью этих 3 свечек. Они прям мерцают, смотрите. Горят, горят, потом раз и опять мерцают. Так интересно. Вот они еще до сих пор не догорели. Жду, когда догорят. Видите, прям пламя как сильно мерцает. Я повесила иконку над дверью входной, там вот Архангел Михаил с внешней стороны, чтобы он охранял дом. И 2 иконки с Матроной и Николаем Чудотворцем я поставила себе в заголовье пока вот сюда. Пусть они меня охраняют. Никак не могу привыкнуть к тишине в доме просто. Я здесь одна. И включила вот эту музыку вот на этой игрушке. Хожу сейчас по дому и понимаю, что сколько же здесь еще работы предстоит, что когда я его только осматривала перед покупкой, мне казалось, ну, точнее, не казалось, я вот сразу зашла в этот дом, зашла в сад, и я поняла, что я хочу купить его. То есть до этого я смотрела очень много вариантов домов. Я где-то полгода ездила по области, по нашей, смотрела разные варианты, и ни один вариант меня не устраивал. Смотрите, кстати, закат какой там красивый. Ну, в общем, я пересмотрела очень много домов за полгода, где-то порядка, я не знаю, штук 20, наверное, у меня было осмотров. И уже меня взяло такое отчаяние, что, ну, вот мне ничего не нравилось. Мне очень хотелось дом,
деревенский, вот именно из сруба, из дерева, да, вот как этот, собственно. И очень хотелось свой участок земли, просто мне просто очень этого хотелось. И я не находила, и уже такое было отчаяние, честно говоря, что я уже не найду дом, который я ищу. Вот, и в конце апреля уже я прям себя заставила поехать посмотреть этот дом. А фотографии, кстати, дома были очень такими какими-то невзрачными. Там непонятно было, что на участке. Описание тоже, объявление было какое-то, ну, скудное. И просто было три или четыре фотографии внутри дома. И сфотографирован забор еще был. Вот. Все, что вся информация об этом доме. Но я почему захотела его приехать посмотреть, потому что там была фотография вот этой печи русской, а я хотела дома именно с печью. Обязательно, чтобы была русская печь. Вот. И обязательное условие, я искала деревенский дом с канализацией. И я, в общем-то, собственно, ну вот по таким критериям осматривала объявление на Авито. Продолжает мерцать свечи. Смотрите, как сильно очищается дом. Вот. И, значит, я себя заставила, думаю, ну, Наташ, посмотри, там уже 22-й этот дом. Ну, по крайней мере, хотя бы здесь печь русская есть и санузел, и вода не скважина там, а то есть зимой по трубам течет, да, есть дома частные, у которых есть вроде бы скважина, но она летняя, да, зимой, например, она замерзает, и воды в доме нету. Ее нужно там носить из колодца, еще откуда-то. Вот я таких вариантов не приемлила. Вот, я искала что-то среднее, чтобы были какие-то удобства минимальные, и в то же время деревенский дом. Вот, это было обязательное условие. И думаю, ну ладно, посмотрю я этот дом. Не понравится, так не понравится. Ну, прям заставила себя сюда приехать. И вот как только я зашла, я увидела вот это пространство. Здесь 110 квадратных метров. Меня сразу подкупила огромная кухня, панорамные окна на кухне. Вот. Огромные просто, ну, я не знаю, 110 квадратов здесь, да, получается. Печь выложена здесь плиткой. Не как старые русские печи, да, вот прям аккуратненько она так вот плиточкой обложена. Вот. И обязательное условие у меня было, чтобы дом стоял там не на 5 сотках, не на 10 сотках, где там вообще сгулькин хрен земли. То есть ты вышел, возле дома потоптался и пошел, зашел обратно, да. Зачем тогда частный дом, если нету земли практически, да, возле него. Смысл какой в частном доме? Я искала большой участок, чтобы обязательно был. В общем-то, я нашла. Вот. Думаю, ну вот большой участок, печь русская есть, канализация есть, санузел, вода проведена в дом. Думаю, да, надо посмотреть. Вот я приехала, я захожу в этот дом, и я понимаю, что, ну, я хочу этот дом. Вот. И сад я когда увидела, это же было весной, тут не было еще, не заросший он был еще травой, вот такой высокой. И деревья уже вот принимались цвести, вот-вот буквально должны были зацвести. Это было конец апреля, начало мая. И думаю, вау, как же круто будет, если они все вместе зацветут. Это как в раю будет здесь красиво. Вот, и посмотрите, как продолжает чадить свечка. Обалдеть. Ну и вот, значит, захожу, вижу здесь и холодильник, и газ вроде как проводят, и стиральная машинка стоит в деревенском доме, где это видно. Газовую плиту мне оставили хозяева бывшие. И на случай чего, если газа нет, можно отапливать под топком эту часть дома, а эту печкой. Ну, в общем, я поняла, что хочу этот дом. Это вот что-то среднее между квартирой, да, городской, и в то же время дом на своем участке. Но я сейчас вот хожу, вот тогда у меня был просто такой, знаете, импульс, что ли, такой вот порыв
и вдохновение. Я просто так увидела. Вот у меня всегда так. Вот если я что-то вижу и понимаю, что хочу, это так вот у меня внутри такой в дух поднимается, скажем так, да. И я вижу что-то, да, и понимаю, что все, я хочу это. И вот у меня внутри там все поднялось, и я думаю, ну все, если я не куплю этот дом, я себя буду ругать потом за то, что я отказалась от такой возможности. Тем более цена мне более чем понравилась у этого дома, учитывая за то, что здесь есть вода, есть отопление, считай, да, есть унитаз, канализация. Ну, не в каждом деревенском доме такое счастье. И если есть дом деревенский, то ну, там минимум таких этих, ну, каких-то удобств. Это уже за счастье. А здесь практически квартира, особняк, коттедж. Но, конечно, его нужно ремонтировать, где-то что-то подлатать, где-то. Ну, это как в любом доме, я думаю, в частном. Здесь, если учитывать еще то, что бывшие хозяева здесь в основном летом жили, зимой редко они приезжали, то, ну, можно понять, что за домом все-таки не так ухаживали. Не круглый год, короче, за домом ухаживали. Вот. И поэтому все-таки нужно вложиться в этот дом, но я уже рада, что есть окна на кухне пластиковые, огромные, что есть печь так красиво обустроенная. Вот. Здесь, кстати, ламинат хороший на полу. Потолок. Считаю, что как в квартире такой подвесной. Ну, в общем-то, стены я, кстати, буду красить белой краской. Здесь она выкрашена голубой. А я хочу прям вот, видите, они прошпаклеваны еще вот по старой деревенской технологии шпаклей. Стены, вот бревна между собой прошпаклеваны. В общем-то, да, работы здесь много. Что-то я буду делать сама, что-то я буду нанимать кого-то мастеров, что не смогу сама сделать. На это, конечно же, уйдет время, но я настолько вдохновлена этим местом, что все-таки решилась на его покупку и хожу и понимаю, ну вот уже, как сказать, осмысливаю фронт работ. Ну, насколько он большой, да, фронт работы этих. Здесь, кстати, стена у этой комнаты. Здесь из дощечек. Мне кажется, нужно будет ее убрать со временем. Вот здесь. И сделать просто одно большое пространство такое. Там будет маленькая комнатка отдельно. Здесь я придумаю интерьер какой поставить. Ну, в общем, постепенно, не все сразу. Всем доброе утро. Ну вот и прошла моя первая ночь на этом матрасе. Хоть я спала и в костюме теплом, но все равно замерзла, конечно же. Нужно сюда привозить теплое одеяло. И вот я согрела себе кофе растворимого с сырком. Сейчас позавтракаю. На улице такая красота. Вообще, я сейчас пойду гулять по улице. Вынесу мусор. Вон пару пакетов насобирала. Сейчас пройдусь по улице, поснимаю. Там как хочется сходить вот в ту сторону, в лес. Вот там улица. Там я выброшу мусор, а потом пойду туда. И вон там, прямо напротив моего окна, растет иван-чай. И я хочу его пособирать уже. Там такие огромные заросли его. Так что вот. Всем доброе утро. Решила прогуляться за участком за своим со стороны леса. Посмотреть, что здесь. Сейчас с утра насобирала мусора в доме. Отнесла в мусорный бак, который в конце улицы стоит. А вот с этой стороны, с правой от моего участка, находится лес. Поля, леса. Блин, я уже вижу ягоды, полинику, офигеть. Прям рядом с моим домом.
Сейчас буду смотреть, сниму видео и скорее буду искать ягоды. Ну, посмотрите, какова красота. Какова красота, вы посмотрите. Это просто сказка. О, как же красиво, твои божечки. Там вот напротив моего дома иван-чай растет, прям целая полянка. Сейчас здесь немножко погуляю, пособираю иван-чая на зиму. Ох, здесь поле. А вот здесь лесок, который закрывает мой участок. Здесь огромные тополя стоят. Это, я не знаю, что, липа, наверное. Клен, липа, осина. И, ну, в общем, это вековые деревья. Они здесь много-много лет, век точно стоят, мне кажется, потому что очень высокие. На видео этого не видно, но тем не менее. Сейчас буду искать заросли полиники свои. Ох, ну как же красиво, господи. Как же я хотела пожить в таком месте, вот с такими видами. И моя мечта сбылась. В общем, буду искать ягоды сейчас. Боже, какой же здесь воздух. Не передать через видео. Вот сейчас нашла, как подойти к другому краю своего участка. Вон там вот стоят елочки. И вот это как раз конец моего участка. Они в конце участка стоят. И березки. Сейчас пойду туда, посмотрю, что там с другой стороны. Вот. Здесь трава немного выкошена. Можно пройти. Одела свои эти... Купила на Алиэкспресс резиновые чехлы на обувь, чтобы ноги не промокали, чтобы калоши с собой не таскать. Вот их как носки натягиваете на кроссовки. И все, и кроссовки, ноги сухие. Стоят всего лишь рублей 300 или 400 на Алиэкспрессе. Но я видела еще на Wildberries и на Озоне такие продаются. Я взяла с высокой щиколоткой. Там бывает и с низкой, а я взяла с высокой, слушайте. Вот здесь, конечно, трава выкошена, а дальше-то трава выше меня. Как туда пройти, я не знаю. Интересно. Здесь, кажется, растет дикая малина. Ну-ка. Да, здесь дикая малинка. С этой стороны не подойти, попробую туда вниз спуститься. Да, наверное, нужно дождаться, пока трава подсохнет. А то я сейчас буду по пояс мокрый. Схожу днем, наверное, еще сюда. Уже хочется сюда велосипед привезти. И чтобы на велосипеде объездить все село, все исследовать, всю округу. Прям вот хочется покататься уже. Надо придумать, как перетащить велик сюда. Потому что в выходные я уже больше в городе кататься не буду. Буду сюда ездить. Тогда зачем мне велосипед в городе в выходные, когда я буду здесь? Получается, он будет стоять. В общем, нужно придумать, как его приволочь сюда. Вот так вот. Господи, какой же здесь воздух. Как вот передать вот это состояние воли и свободы. И вот этот воздух, наполненный цветущими полевыми травами. Просто... запахом цветущих полевых трав. Вот я не знаю, как это передать через камеру. Ну, представьте. Представьте. Ой, я просто себя чувствую здесь. Я не знаю, как описать. Просто бомбезно вот здесь. Вот. Как будто я очень долго-долго сидела заперти в какой-то клетке. И вот меня наконец-то выпустили на волю. Знаете, напоминает те моменты, когда я была маленькой, нас на школьные каникулы родители с сестрой, нас с сестрой родители возили в деревню. Так вот, когда нас привозили в деревню из города,
им выпускали на свободу. Вот примерно такое ощущение было. То есть в городе детям негде гулять. Ну, там вот во дворе на маминой привязи, чтобы вот строго было в какие-то часы можно прийти. А в городе что там? Городские джунгли. Там вот ты привязан ко двору, ко своему. И тебя далеко не отпускают, особенно ты, если маленький, да, ребенок. А здесь... О, боже, я не могу надышаться. Насколько вкусно пахнет. Вот посмотрите, цветочки. Это эти, как их, цикорий. Да, это цикорий цветет. Сейчас попробую приблизить. Вот, смотрите, это цикорий. А что там еще дальше? Не знаю. В общем, я туда дальше не пойду, туда на велосипеде, наверное, надо ехать. Пойду порву иван-чая. Поисследую эту местность потом на велике. Наверное, в следующие выходные придумаю, как его сюда притащить. Нашла я такие ягоды, я думала, они уже отзрели. Ну вот, смотрите, нет. Еще можно покушать их. Тут высокая трава. Сейчас попасусь немного. В общем, нашла я ягодки. Они в такой высокой траве растут. И после дождей, конечно, они немного подгнили. Но вот то, что они зеленые, они на самом деле спелые, потому что они в высокой траве растут. И солнышко туда их не достает, но они уже поспевшие. Их можно кушать. Они такие беленькие скорее, чем зеленые. В общем, ягод здесь море. Просто море морское. Если бы я чуть пораньше успела купить дом, то я бы, наверное, еще успела пособирать уже не подгнившие ягоды до дождей. Ну, пока немножко вот просто покушаю. Представляете, вышла на окраину деревни. Здесь вот трасса, ездят машины. И смотрите, кого я вижу. Здесь гуляет коровка. В общем, здесь, на окраине села. Кажется, она идет сюда. Она что, не привязанная? А, нет, привязанная на цепи. Здесь, на окраине села, есть магазин возле дороги. И я хочу сейчас сходить в него, купить метелку, ведро, ну, там, чтобы поубираться. Мыло нужно. Ой, вы посмотрите, какая красоточка. О, девчоночка. Ну, она привязанная, да. Ну, кажется, не очень, не очень хорошо привязанная. Ты молоденькая? Ты молоденькая, да? Ты тёлочка? Какая хорошенькая. Красоточка. Ты красоточка, да? Хе-хе. Вот так вот. Сейчас дойду до магазина. Надо мне купить для телефона держалку, чтобы снимать. И микрофон у меня где-то в городе остался. Дистанционный Bluetooth-микрофон. Надо его тоже взять сюда. Какова красота! Вы только посмотрите. Боже, как красиво. Вон там, в конце улицы, мой дом. Далеко-далеко его отсюда не видно. А здесь трасса. Здесь в селе, оказывается, есть вот такие трехэтажные дома по типу городских. Вот магазин. Еще один. Один на трассе, а другой вот с продуктами здесь. Ну, там бытовая химия продается, продукты. Вот накупила себе пакет, несу, мороженое купила. Вот. Так что здесь не просто деревенские дома, а еще вот такие по типу городских. По-моему, что-то перестали. Ох, ветер. Отошла я, значит, от этих домов, а здесь такая вот дорожка, прям как в городе, тротуар асфальтированный. И он ведет на мою улицу. То есть от магазина можно вот здесь вот свернуть и сразу выйти на улицу. Сейчас я вот пройду, чуть-чуть дальше покажу. Вот, заканчивается эта дорожка, она выводит на улицу с частными домами уже. С такими. Здесь мусорный бак есть. Можно мусор выкинуть. Ух ты! Уточка.
Вот здесь стоит церковь, а здесь спасется козявка. По-моему, она не привязана. Кушает. Вот сейчас я сверну вот туда, туда на улицу, и там будет в конце улицы мой дом. Вот здесь церковь стоит. Вот я сейчас сворачиваю направо, и там будет улица с моим домом. И иду такая, и смотрю. Здесь котейка идет ко мне. Боится. Мой сосед. Нам своих сюда тоже привезти котеек. Погулять в доме. Там пишет, пишет. Какой ты красивый. Моя, ты голодный? Нет? Ты девочка или мальчик? Мяу. Жарко тебе? Кто такой? А здесь вот в начале улицы вот такая вот стелла. Память погибшим воинам Великой Отечественной. Обустроена вот так вот интересно. Красиво. Ну и вот туда сейчас пойду, там в конце улицы мой домик. Здесь такой красивый домик. Вот там виды. Слушайте, прихожу с прогулки, а у меня на доме сидят две голубки. Или голубок с голубкой, или... Ну, в общем, парочка. Вот, смотрите. Гусь да Гагарочка сидят, смотрят. Они, похоже, здесь у меня живут под этим, под крыльцом. У них тут гнездышко. Вот это, наверное, справа девочка, а слева мальчик. И сидят такие, гулят. Такие прикольные, я не могу. Решила пособирать иван-чай. Вот смотрите, как он уже цветет. И вон там чуть подальше есть полянка. И он растет прямо напротив моего дома. Прям вот мой дом. И вот иван-чай. Море его просто здесь. Сейчас буду рвать, собирать, сушить на зиму. Нет, ну вот только посмотрите, как много иван-чая. Просто море морское. Просто... И он растет прямо напротив моего дома. Ну, как же круто-то, да? Обожаю деревню. Пока жду мастеров, которые мне должны установить интернет, я решила заняться клубникой. Она так заросла здесь. Вот здесь вот, видите, высоченная трава. Просто огромная. И она всю, все грядки клубники были зарощены вот здесь, на этом месте, этой травой. И вот, пожалуйста, смотрите, сколько травы я надергала высотой срост мой. Я не знаю, на видео это понятно или нет, вот сейчас ее буду куда-то выгружать. В общем, мне кажется, нужна сюда тачка и этот, как его называют, который косит траву, триммер бензиновый желательно. Потому что там до конца участка он не достанет, если электрический брать. Вот такая история. Клубнику стало очень жалко просто. Ну, она так заросла здесь. А так я вот подергала траву, она хоть немножко отойдет. И еще немного ягод даст к осени. Ну что ж, установили мне интернет. Да, Алиса? Хороший интернет у нас теперь. Мы рады, что вам нравится наш сервис. Алиса, сколько сейчас времени? 19 часов 10 минут. Алиса, как тебе домик в деревне мой? Хороший домик, большая хата. А речка есть? Есть. Круто. А в речке рыбаки ловят рыбу? Ловят.
И на что ловят? На червя и хлеб. На червя. Покажите потом результат. Ну, надеюсь. Ко мне закрался чей-то кот. Лазит тут по участку. Вон, пошел. Пошел туда. Такой деловой котик. Вот он. Кс-кс-кс-кс. Он меня, наверное, не слышит. Пошел такой. На Буську похож окрасом. Вышла вечером попить чай на участок. Смотрите, какое красивое небо показывает. Вот в той стороне, вот где облака, у нас там закат. Но он сейчас закрыт тучей темной. И за ней солнышко скрылось. И посмотрите, какое небо офигенное. Красота. А воздух просто бомбезный. Помните, я вам показывала голубя? Так вот, он живет у меня под крышей. И не один, а со своей голубушкой. Вот у них там домик. Ой, какие милые. Девочка и мальчик. Вот у них здесь семья. Представляете? В доме голуби у меня живут. Обалдеть просто. Всем доброе утро. Сегодня третий день, как я в этом доме осваиваюсь. И поскольку мне уже установили интернет, я сделала себе рабочее место. Сегодня понедельник, и вот в саду у меня будет вот такое рабочее место сегодня. И вот здесь вот удлинитель подлиннее нужно купить, чтобы можно было вот эти розетки опускать туда, к столу, к моему рабочему. Хотя его, наверное, можно где-то вот здесь поближе поставить. Но я пока там поставила. Пока на батарейках посижу там, поработаю. Здесь поставила Алису. Заряжаю телефон. Будет у меня атмосферка такая хорошая. В общем, вот такое у меня рабочее место сегодня. Здесь ноутбук. Я, кстати, нашла книгу в доме на полке, книжной старой. Хочу ее почитать тоже. «Психология Рудика». 65 копеек еще она стоила. Какой год издания? Вот интересно, сейчас я посмотрю. 76-й год издания. Вот, такая вот интересная книженция. Там у меня в окне Алиса играет трек. Не знаю, слышно ли отсюда. Алиса, сколько времени? 8:32. Вот, если до нее докричаться, то она может мне ответить даже. Но я со временем куплю удлинитель большой, чтобы сюда можно было розетку протянуть. А здесь слева от меня, посмотрите, что. Сидишь такая, работаешь, и хоба. Смородинка черная. Очень вкусно. Вкусно. Обалдеть как. В общем, друзья, у меня здесь завтрак. Арахис, кофе, лимонадик. Сейчас я буду работать. Сегодня я еду в город на второй половине дня, вечером поеду. Наверное, буду забирать своих кошек. Уж больно мне хочется, чтобы они со мной вкусили вот эту вот красоту. Освоились тоже в доме потихоньку. И заберу свой велосипед. Нужно будет осмотреть тут все село, округу, что, где, как. С велосипедом это, конечно же, намного проще. Так что вот, а пока я работаю. Переставила стол. В тень поставила. Не могу на солнце сидеть там. Очень тяжело. Алису слышно. Она меня слышит. Красота с видом на мой сад. Я счастлива.